не припомню подобной абсолютно остервенелой, что ли, политики, которую сейчас проводит Вашингтон, в значительной степени она генерируется в Конгрессе, где вообще потеряли чувство реального и отбрасывают все условности, не говоря уже о дипломатических приличиях, которые давно были отброшены. Нет, Соединенные Штаты играют, безусловно, решающую роль в определении позиции киевских властей. Это совсем не про Украину. Вернее, далеко не только и не столько про Украину, сколько про миропорядок. Соединенные Штаты подмяли под себя всю Европу. Нам сейчас некоторые европейцы говорят, в скобках замечу, что вот вы так повели себя, и у Европы были особые интересы от Соединенных Штатов, а теперь вы нас заставили просто слиться с ними в едином порыве.